Всем доброго, здоровья, всем привет, аппетит, кто сейчас кушает, с вами Юлия Мишка. Всем привет. В общем, игрушка под названием... The Prison. Да, это не совсем эскейпист, в общем, ваша задача будет соревноваться. Есть несколько режимов, Юля, пристал ко мне с заточкой. Да, мы с Мишкой будем друг против друга бороться. Тут вон первый режим Мишка выбрал, это копы и крысы. То есть кто-то, один из нас будет копом, а другой заключенным. Давай, все, буду следить. В общем, задача, по сути дела, заключенного... это взломать все камеры. Блин, начинай идти надо с себя. Кто-то уже честно взломал, я так понял. Капец. 5 камер взламываете, и вы можете бежать. Где-то здесь должен быть еще выход, если я не ошибаюсь. Это да, я его вижу, какая-то. Этот выход. Он справа, вон сверху люк. Ага. Я могу крикнуть. Go. То есть пометить. Так, кто там все взламывает? Я не понял, а? Капец. И я могу пристрелить, в общем-то, подозреваемого, чтобы он... Жесть. Я, кажется, понял, кто это. Стоять, крутить фонарики. Это не ты, да? Ну ладно, одним больше, одним меньше, неважно. В общем, на игрушке играть можно только с геймпадов. До 6 игроков можно на одном ПК. То есть веселиться можно по полной. И это круто, когда есть такие пати-геймы. Да кто тут все делает? Тут еще кнопка есть, которая закрывает. По сути дела, ты... Кстати, по-моему, можешь это садиться там на все. Ну, да? Наверное, да. Так, ладно. Ну, чтобы более естественно выглядеть. Я сколько пытаюсь, как сказать. Так, кто-то. Вот это что произошло? Не знаю. Я открою. Что бы это ни было, я открою. Стоять, что ты ходишь здесь, смотришь на меня, пыришь тут. Ну, один, капец, блин, одного. Какая охранника. Напряженная, могу сказать, ты, что ли? Обстановка. Не ты, ну ладно, ничего страшного. 2 меньше, там 3 меньше. То все трещит, я не пойму, капец. Да ё-моё, взламывает тут потихоньку все. Так, надо... Это... Чик-чик. Жесть. Ага, я, кажется, знаю. Это вот... вот ты, кажется, вот этот чувак. Блин. Go. Ладно, помечу, буду Go. Следить за тобой. Капец. Как напряжен. А что мне надо сделать вообще? Ты остановил? Походу, ты сейчас спалила. Смотри, когда останавливаешься, этот значок, это ты. Я вычислил. Стой. Это не ты? Фига себе. Называется «Попробуй найди Юлю». Фу, а что мне надо сделать-то реально? Несколько камер. Все камеры уничтожить. 5 штук нужно вырубить, и у тебя откроется люк. Понимаешь? Yes! Блин, ну, а я так хорошо делал, на стульчике садилась, в камеру заходила. Че, поменяемся местами, капец, может, ну не, может, другой режим а, просто. Ну пойдем. Давай, ладно, я уже с Тигой такой, типа так, синдикат. Так, какой? Смотри, есть хакеры, есть еще... Давай Prison Break. Я уж не помню, что здесь нужно. А, все, понял, садимся. В общем, мы давным-давно играли в одну игрушку, где такой режим похожий был. В общем, ваша задача — это снайперская винтовка и одновременно также подбегивать, так сказать. Да, да, бежать, да, в общем. Кто добежит до люка, тот и выиграет. Блин, надо еще сначала себя найти. Да, еще нужно себя найти и, естественно, прицелом обезвредить врага. Капец. Это, я думаю, будет непросто. Самое сложное — это, естественно... найти себя в самом начале. Кнопочкой А вы нажимаете. А можно несколько раз, интересно? Да, мне кажется, несколько раз можно. Как мне кажется. Я самое смешное, я себя это еще... Блин. А, все, один выстрел. Один! А, нет, вон перезарядка идет, все нормально. Не переживай. Да где я-то? Капец. Так, ладно, надо за Юлей следить. Нужно так внимать. Он, кстати, о, полицейский. Полицейский, а можно полицейского копнуть? А, нет? Я не знаю. Блин. Юля что-то вообще тут лишнее. Давай сразу двоих. Ого, полицейский-то подстреливает задницу. Капец. Это, то есть, типа, намекает на то, что ты нельзя видишь, все время стоять. Ты видишь, что убрала всех этих? Как его? Капец, как сложно. Опасно, вот, на кажется, самом деле. Вот, мне кажется, где-то здесь. Ого, прикинь, то есть, полицейский всю линию, если расшибут, то блин, это крантец. Блин, надо было в другой стороне. Жесть какая-то. По кому же? Это опасная тема. Прикинь, если кто-то полицейский. Нет, на самом деле такого нет. Блин, тут один дедан вырвался. Что-то подозрительно. Перезарядка. Блин. Втихаря так. Вот это режим прикольный. Давай еще разок. Давай еще разок. Давай, все. Поехали. Все, зашевелились. Так. Надо еще найти себе жертву. Блин. Давай я это сделаю.
Так. Аккуратно. Капец. Давай. Я ставлю на это тело. Да! Да, ты с самого начала спалился. Я хотела с самого начала его кокнуть, но дело в том, что почему-то убился как бы тот. Да я понял уже. Ага, вот опять же выдался кто-то. А не знаешь, еще мне напоминают эти чувачочки на Вормс почему-то рисовкой? Так, вот тут, когда они начали уже бежать, самое крутое, что здесь еще полицейские. Вот если вы вчетвером играть будете, это вообще круто. Я себя найти не могу, понимаешь? До сих пор. Знаешь, так и типа, втихаря. Блин! Нет, не того высек. Вот кто вот вперед убегает, у меня всегда подозрение вызывает. Вот этот вот напрягает. Чёрт. Прикинь, то есть, если ты одна остаешься в линии... Серой головой. Мне кажется, он себя подозрительно ведёт. Блин, надо Мишу полить, когда он что-то нажимает, а когда нет. Так. Так, вот может быть опять этот чувак? Панк. Блин, я прям не знаю, мне что-то кажется, что Миша где-то вот здесь. Мне вот что-то кажется, вот этот вот кто-то выбежал. Слишком вперед. Вот этот? Угу. Может быть. Блин. Да как так? Да! А я была вот это. Как ты догадалась-то? Чутьё. Ладно, жми кнопку, пойдем в следующий. Короче, я выиграла в этом режиме. Так, вываливаемся. Но я ищу синдикат. У меня еще победа 2-1. Но Миша копом меня выиграл. Так, пойдем сюда. Следующий режим. Так, а нажимаем. Тут что надо делать? Башни захватывать. Да, здесь режим немножко другой. Садитесь на седло. Все. В общем, ваша задача пройти мимо вышки снайперской, она захватится. И далее прицелы сами автоматически будут постоянно ездить, и вы должны нажимать напротив. В общем, вам нужно уничтожить противоположную банду, правильно? Ага, да. Юля красная, я синий. Она захватывает и должна всех уничтожить синих. Ну, в первую очередь, естественно, игрока. Опа. Блин, я померла по сама. По бочке, что ли? Да. Шинкнула. Нет, я сама просто шла. Дело в том, что когда ты рядом с бочкой идешь, ты ее активируешь как бы. А, и она через какое-то время бабах. Да. И поэтому, получилось, что я ее бабахнула так. Ну, все. Я понял. Я то есть вы можете своих ранить, что, в принципе, не есть. Бам, по бочкам. Нужно аккуратно. Ой, своего бахнул. Вот это началось. Я тут подзахватил побольше. Нужно успевать за игроком следить. И еще за прицелами, потому что они сами по себе ездят. Так, все, я, кажись, просекла. Блин, сейчас бы по себе бахнул. Я все башни тут много захватил, во всяком случае. Мне кажется, я поняла, кто Миша. Блин, у меня слишком много прицелов. Я что-то не вижу, что у тебя одна хотя бы башня захвачена. Блин, так а как его убить-то, этого никак, человека? У тебя только один способ. Это башни захватывать, конечно. Блин, это мне надо следить и за тем. Конечно, я тебе говорю, в этом-то и вся фишка, вся сложность. Так. Капец. Бабах. Так. Бабац! Так, я что-то захватил все-таки, как я слышу по звуку. А, нет. А, ты перехватил, перебил как будто. Ага, началось. Так, а как ты двигаешь-то? Оно само двигается. То есть тебе нужно просто вовремя хлопнуть. Блин, это не он! Я ставил на этого дедана, это не он. Так. Капец. Очень опасно. Все меньше и меньше красных вообще людей становится мало. Становится вообще жарко. Ё-моё. Чё творится в этой тюрьме? Не понял. Капец. Давай, значочек. Так ты не туда двигаешься-то, вон там. Офигеть, там осталось красных-то ничего. Прицелы начали быстрее шевелиться. Ё-моё. Так, нужно аккуратно. Фу, я уж думал, меня бахнули. Блин, один красный. Два красных осталось на самом деле. Да ё, я понял, где Юля.
Это ты? А, нет. Ты играл другие. Все, один чувак. Стой, это я была реально. Да, то есть остался один бот просто. Просто да. Все, я всю капец. Банду расколбасил. Ха-ха-ха. Ну, кстати, ну, сложный ну, режим, я тебе могу сказать. Согласна. Че, пойдем еще посмотрим, что у нас здесь да, есть. Да, 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 да. Пойдем в хакеры. Давай. Мы, по-моему, и еще там не были. И еще, да, давай, пойдем, заходи. Я, короче, вижу, тут местный авторитет. Да. I'm ready. Так, хорошо. Заходим. Ваша так, задача... Нам нужно активировать вот три каких-то вот да, этих да, штуки, да. И тогда откроется люк, выход, да? Да. И нужно первым срулить, либо, как я зашинковать понимаю, убить. Своего... Да, да, да. Все да, правильно. Да, да. То есть вы следите, вы можете ножичком пырнуть своего соперника, перехватить. Так. Точка... Ты себя нашел? Да, я себя нашел уже. Так. Мне интересно, можно ли здесь садиться на лавке. Так, кто-то уже что-то захватил. Показывается точка чуть позже. Ну да, чтобы, типа, у человека была возможность так, вот, куда-нибудь опа, срулить. И понятно, что Юля, значит, где-то красная, была там какое-то ну, как время бы, да. назад. А вот синий был там, не знаю, кто это может быть. Что это за игрок? Я, кажется, примерно поняла, как выглядит синий игрок. Ну, примерно, может быть, понятно, не спорю. Так. Так, нужно внимательно. Перехватить чужую... А, еще нужно знать, я всех людей теперь буду шарахаться, на самом деле. Блин! О, кто-то блин! Я всех порежу! Да ты меня зарезал, я же да? на тебя специально вышел. Как-то а, блю, все. Блин, так я же шинканула. Я такой же, как... Ну я тоже просто перевожу. Давай еще разок давай здесь. Давай еще. Все, поехали. Этот режим тоже прикольный. Так, сидит. Так. Ага. Видно, что все предметы каждый раз по-разному ставятся. Да. Чтобы разный геймплей был. Я могу просто всех шинкать. Ходите шинкать всех. Ага, красный был там. Интересно. Ага. Так, 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 так. У меня есть определенные, как сказать... Умозаключение по поводу того, кто бы это мог быть. Но нет. Походу, это не он. Юль. Goodbye, Америка. Ты чё, уже слинял? Капец, я ж три штуки я даже уже... вообще даже далеко была, даже не догадалась. Ладно, пошли повоюем. Этот режим, который мы не совсем поняли, но сейчас разберемся. Здесь что-то очень жестко. А, кнопку надо нажать было. Мне нравится. Ой, смотри, я теперь могу ганста, я могу стрелять. Мне нравится больше всего ой, режим, ой. Если честно, это который все, я потерял. Нужно ходить, типа, Миш, так ты нажми кнопку-то. Сорян. Ты рядом с ней прошел, я думал, сейчас да, думается. Какой, какой? Вот который Prison Break мне нравится. Это... Где медленно ходишь, вы все, понял. В общем, здесь нужно захватывать базы. Откуда будут появляться новые соплеменники. Юля красный, я синий. Но нужно аккуратно не палиться, никого лишний раз не резать. А базы что... как эти выглядят? Вот эти, вот эти большие бункеры, что ли. Собирайте пули. Вот, эти пули вам могут дать возможность выстрелить. Ага. Так что... А какого фига? Я не понял. Вообще-то я там был. Ага. Ну ладно. Uh-huh. Вот видите, появляются новые красные. Это не есть. Так, это Юля, да, палец? Там кого-то уже режет потихоньку. Офигеть. Ты вообще беспалевно. Нормально, давайте, чуваки. Что тут происходит? Что такое происходит? Что происходит? Ты кого-то всех режешь, да? Я ничего не режу, они сами одичали. А, это мои режут всех. Да, они одичали ее. Давайте, мужики, правильно. Наведем шороху здесь. Они... Иди отсюда. Они начинают почему-то иногда агрессировать. Это усложняет порой процесс. Ё-моё. Так, кто-то перезахватил. Вот теперь вообще стало небезопасно. Пули еще не забываем собирать. Ты, вот кто-то ходит и захватывает. Yes! Yes!
А что случилось? Я все захватила точки и убила последнего чувака. Я один остался. Ну, может, не последний чувака, но точки. Ну, короче, все захватила. Ладно, в общем, жми, Юль, кнопку А. На этом мы закончим. Потому что показали все режимы. Игруха прикольная. Можно. Чем больше игроков, тем интереснее. Вот серьезно. Четыре геймпада есть там. Всем собрались там с геймпада. Пришли, поиграли. Мне кажется, игрушка прикольная. Опа, все, у меня ствол был. Все, всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока. Hello.